Что заказал? Файл. Прошивку. Бро, а коробку ему нельзя, да, никак шить намеренно? Потом она стоит космос. Да. Реально? Брат, а что, можно XHP какую-то записать на нее? Это на BMW. Это BMW. Да, а намерен? Нет. Что такое? Что такое XHP? XHP? Прошивка коробка. Я просто BMW-шник понял. Прошивка пришла, брат. Просто прошивка пришла, говорит. Просто BMW-шник не понял, и после BMW осадок остался. Не знаю, как. Да, и у него что с этим делать, брат? Здесь СПЦ надо ставить. А ты что, стримы делаешь? Да. Да, это стринги, что с ними делать? Только носить. Носить, брат. У тебя же, кого носить? У тебя BMW же? Да. Вот наш брат, мужчина. Какая? У меня 550. О, я же тебе говорю, бери, брат. А у тебя рестовый или до реста? Да, рестовый. По правилам. Брошка, да, одну надо посадить, слышишь? Сколько, как? Одну надо посадить. Ноду, одну. Давай. Брошка, а ну-ка, верно. Не села. Не, брат, нельзя тренироваться. Да. Вот мы вот увиделись, вот так. О, да, как это? О! Увидел, брат. Вот она, брат, вот так. Рука отнялась, брат. Космос надо. Просто, Немет? Просто непонятно. Да нет, пацаны, как будто вот увиделись только. О, Немет, здорово. Зайдет, неплохо. Вот, видите. Шачир. Чё ты, брат? О, Брошка, Брошка, да. Сделай, лучше даже после этого. Чёрт, ты слышишь? Раз, два, три. Раз, два, три. Брошка! Мне кажется, еще минут 15, и скоро, кстати. Брата, мы уже, нас 6 часов было. Знаешь, как мы палки кидали? Вот так, пам-пам-пам. На него. Нэро! Сколько будет сил после на первых сил? Примерно. Здорово. Просто интересно очень сильно. Мы замерлись, короче. А, мы же рассказывали. Надо будет читерить с коробкой, чтобы этот. Ну, будем несколько версий выкатывать. А ты логи будешь брать или нет, или так? Конечно, конечно. А тогда выезжай, да, будем? Конечно. Ну, она по-любому, в смысле, я думаю, что с первого файла так вот легко не будет. По-любому. У нас никогда не бывает все легко, брат. Давай мы еще вальбровский бензонасос поставим поправить, брат. Мужчинский, нет? Ты сразу понял, мой братан. 500 сил, кстати, один. 500 сил? Да. То есть 65. Нормально, хватит. А моменты сколько прибавляется, не знаешь? Где-то, наверное, плюс 90. 90-100, мне кажется, добавится. 120. Ну, мы 100 в среднем, молодец. Вот, села, видели? Видишь, как пистолет еще? Села, брат. Села рука. Да. Да, с таким. Брат, ну мне кажется, если мы ему еще вот что-то намутим, понял, то вообще поправит. Хватит. Метанол? Нет, charge pipe, интейк просто делаем. Давай реально зальем. Или водку. А еще, кстати, хотел, я потом попозже буду пайп ставить. Когда пайп поставлю, надо будет еще раз приехать, да? Да. Дискатов, да, чтобы записать? Да. Чтобы еще раз, брат, бабки оставить. А сколько стоит, чтобы прошить пайпы? Бискат? Просто бискат? На бискат. 25 тысяч. Угу. Сколько заработал на подкапы? На что, брат? На BMW. Ну, хотел сказать, бро, вот он на BMW ездил, брат, на F30. Вот у Вадима ездит, опасного машина. Ебать, она у него ебать. А ты ее, да, шил? Да, он шил, да. Брат, BMWшники лучше всех шьют. Шанс, конечно, что BMWшник плохо какую-то машину. Ну, брат, он, бедолага, тоже на своем этом научился. Я же так же, брат. Я вот тоже думал машины шить, потом на его нахуй. Поэтому ЦЛС купил, да? Сидит, ты слышал, да, как он говорит? Мерседес хуйня, на целый съездит. И в своей машине изменяешь, она тебя стукнет скоро. Брат, ладно, вот честно скажи, как тебе N54 мотор? N54? Да. Ну, был хороший, сейчас уже заебал он. Ну, старый. А потом, ну, зато он самый охуительный. N55 сейчас самый бомба. Не. Самый охуительный сейчас S58. Делаешь. И B50, ну да, понятно, это который в M3, в новом M4. M3, M4. Ну, это, брат, база B58, а B58 это база M54 та же, брат. Сейчас, ну да. Низ, брат, это то же самое, брат. Нихуя себе, братан, я, ну, мы делаем. M54 уже голову выебал. Ну да, брат, ну у вас живых нету, мне кажется, здесь. Да. А M55? М55 хуйня, Рис, просто хуйня, ебан, там форсунка плавится, блядь. Ты нахуй купил? Не, у меня М55 я не покупал. Просто вот М54 охуительно, брат, помпа, бам, сразу идешь, чепс, сразу. Я, брат, сразу себе, я себе поставил, честно, брат, извини, перебил, я себе поставил эти, блядь, как вы бобины называете? Катушки, понял, поставил, белки, железные. 97506 свечи. Ухо снимает. Знаешь, да, самый охуительный, РЖК. Я хочу пошутить, но, типа... Окей, как будто неуместная шутка. Как. Готов? Да. Давай, моля. Брат, а можно так же прошить, что такие же банки были бицепсы? Это по правилам. Или надо прошить, да? Нет, это нормально. Низкий с иголкой сейчас. Один так же сделал, брат, Тереша, мой брат. Только он долил, понял, он не прошил. Он тоже масло залил. Масло залил. Не мог.
Брюс Ли. Его здесь полох устроил. Запускай. О, пошло по мне. Гибрид отключается. А, я привык, что это СНПВ. Гарт! Как? Гарт! Гарт? Вот так. Бебе, да найди. У тебя масло потекло уже. Нахуй. А? Обороты смотри, все. Все понятно. Все, вот. Поехали. Все толпой или... Не-не, сейчас ты вдвоем. Зачем? Ты это держи. Пойдем. Поставь на колени это все. Садись. Садитесь все колхозники в городе. Брат, чтобы логи. Вов, бля, нихуя себе. Брат, да мы и замеряемся, потом если что там можно будет выскочить, да и все. Драги вон у меня вот. Да, я увидел. Вроде сиденье удобно, там просто карлик сидит. А у тебя дота есть здесь? Так, нормально. Дота нет, там вообще игр нет. А он у нас просто у него дота главное. Дота играешь, Серег? Нет. Я когда время на игры теряю. Надо будет этот выключить. Этот там. Конечно, выключить. Брат, Серегу уже. Этот Мерседес, блядь, это сейчас не привычно малой, было. Малой, пока все, блядь, не выключишь, еще система малой, вот эта малой, сама тормозит, которая. Мерседес написано E53 MG. Представляешь? Равшан Неваточ написано. Ты цифры? Понятно. Так, сейчас смотри, нажми просто пробел. Сейчас просто нажать, да? Да. Все, обновил. Хорошо, на районе замеры делать. Тут я называю. Нормально, я прошу. Чужие же полицейские лежачие получили из-за меня. Да? Да. А, вот за нами, пацан. Я здесь 200. А, вот он, за нами. За нами едет просто. Я вот на четвертой такой раз. Брат, за нами едет, и все. За нами едет, и все. С нами? Да. И то она, брат, отсюда вначале. Нет, она ткнула сейчас еще да. Рабочий. Воткнулась. Буксует. Может, ради интереса мы с Сэмом в М3 пересядем? Да сейчас пересядем все. Ну, в смысле, в одного померяем. Я хочу понимать сейчас вообще, что она делает, как она себя будет вести, чтобы ты сейчас не уехала, она там... Начала трейд, да? Начала там в аварию уходить, типа, ну, в красивую. Передув там, коробка будет пушить ее. Богатый от фор. Ебать, ебаш, а я просто чувствовал, когда на второй шлифанул, а мне послышалось. Да, на правую сторону. Да. А? Да ебаный комар здесь пытается. Чёрт. Делаешь, Васура? Делай, побрать, вообще, тащи. Вот, смотри, гандон, будь живучий. Да ну, что ты делаешь, брат? Все. Потом ты будешь вытирать это? Пусть будет сувенир от тебя. Дай покажи, попроси. Как он здесь салам кинул? Как он поругал этого комара маленького? Как он здесь, блядь? Охуец. Держи, дружище. Спасибо, дружище. Ее прям срывает, я думаю, когда ланчует, она прям срывает нормально. Блин, вы заметили, вот она на ланче ее не срывает. Это ужасно. Брат, а можешь вот так, типа... Мордой вот так, чтобы задница была на лежачем, чтобы со спуска тебе лучше. Так наоборот хуже. Перед лежачим, наоборот, сразу. Даже? Взлет, чтобы был. Взлет полет. Это Мерседес, а? Как будто ланч был хуёвый, брат. Коробка забуксовала. Две передачи, да? Задняя она сейчас забуксовала и задержала её. Уже стабилизация полностью не отключается, знаешь? Да, поэтому Мерседес... Даже на Динамоде не отключается? Ну, Динамо там все надо включать. Ну да. Брат, а ланч, у нее нету ланча? Ну да, я в одного померяю. Давай. Это типа ланч у нее. Там багажник. Буксует? Да. Сколько поехало? Ну так же, блядь. Только буксует, да? Да, ну она не дает ехать вначале. Она цепляется уже. Да. О, кран. Я думаю, 4.2 поедет, да? Да я думаю, быстрее должна.
Я сейчас это еще попросил, чтобы еще навалились. Тут, кстати, лаунж поднимает обороты, знаешь? Да? А как он сделает? Как он включается? Торма, где там ничего не загорается, просто обороты поднимаешь. Посадись пока. Сколько поехал? 4.2. Ой, 4 так же поехало, просто не шлифует, а не дает. Она, в смысле, вот так вот дергается. Брат, а ты попробуй без этого, без буста похуй. А как, в смысле, это ж тупняк будет. Надо было тогда сравнивать стоки, так же замерять ее. Стало, да, бланчик? Стало. Переключение шики было. Да. Меня. Задержало я что-то. Блядь, ебать едет. Что, не будем дрочить, сейчас подождем, что скажет. Я сказал, что навалит. Вот это, кстати, суховато, наверное. Сухо, но расстояние это не ходит. Ну да. А так по графикам? Нет, по логам вообще все заебись, как бы там есть куда добавлять. Я просто вопрос сейчас больше вот именно к читу момента на коробке, чтобы она голову не упала. То сейчас довалить можно, а потом ты будешь ехать, она тебе будет ее, блядь, на лайк кидать. Ох, блядь, ебать. Швыряет на переключение, понимаешь? Как будто на задний привод. Да, пиздец, как швыряет. Турбину хорошо слышно стало, блядь, охуенно. Когда пайп ставишь, она прикольно звучит. Да, она срочно пайп ставит. Я просто не могу никак, он говорит, на 2-3 дня на машину оставить. Ну типа. Коробка 114 мотор. Много. Слав, продуй меня сейчас туда и обратно. Пробую еще. Да. Давайте ебашим. Ты отстрел был, да? Я не знаю. А я чуть-чуть переключаю ее. Ну, в смысле, не вижу полный. Именно на продукт. А что будет, когда я кат этот поставлю, пайп, это типа один плюс будет какой-то стоящий? Да, 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 ну да, стоящий один плюс, но опять же надо делать это, отключать программу, чтобы тебе ошибка лямбда не вылазила. У нас с Ренатом, вот пацаном спор, я поеду в Грузию на ней в августе, мы будем вставать с ним. Он на целой себе на своей. Мне кажется, в Грузии вот целый? Да. Ну он хочет приехать, но попозже, но в августе мы с ним встанем там. Ну у него шансов нет, да, наверное? С места точно шансов нет. А сходу типа есть? Ну хотя да, но после, блядь, 200. Нет, CLS-то все равно там, хотя он там в районе 9, смотря каком он состоянии, но он секунд 9.5 едет, если такое более среднее состояние. А там 140 тысяч пробег. Ну, я думаю, что там все 10 едет, наверное, поэтому варианты есть. Нахуй салон сниму весь. Поедешь. Как довыдешь? Огнетушитель тоже вытащил из багажника. На гирлянде будешь ездить. Поеду потом, поеду на Е53 с Тамаевым стану, похуй. Метанол поставлю. Бочину только сразу бить, чтоб не выиграл. Нет, он ее разыграл. А, блядь, он ее разыграл, реально, ибо я туплю. В натуре он же ее разыграл. Реально. Я думал, на гонке. Что-то она не дает, да, быстро? Да, 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 не дает на вам читать. Сейчас запустим. Не дает на ланч стать. Чуть остудили были, не? Так мы ее так остудили, проехали. А. Че там? На ланч не стали ни разу. Два замера. А, там у него вообще ланч работает? Ну, типа, знаешь как, он не пишет, что ланч, но переключение. Ну, понял, так он вот на этой поднимает оборот. Да, да, да. Лепестком. Тын-тын-тын, оборот. Брат, сейчас замеряться, ну, очень скользко. Ну, согласен. Ну, я просто... А ну, подожди, сейчас что он там... Да, сейчас цифры топовые не покажете, брат. Реально? Да, я тоже вчера, блядь, замирался, все мокрое. Надо боком давать сейчас. Да, на этом сразу. На этом? Да. Не, на этом охуенно, чтоб шуз порвало. Не, на боком хорошо едет. Блядь, V8. Сколько сейчас рекорд? V8 кайф, да. Сколько рекорд? Там никаких рекордов, на ланч ни разу не стали. Mm.
Давай сейчас еще раз попробуем, если нет, нахуй сейчас давай. Давайте, братва. Все равно не становится. Да, едет хорошо, сука. А это откуда он такой? Здесь, в России? Да? Не, не. БМВшники. А? Не слышу. Здорово, БМВшники. Поехали. Охлаждают. Поехали все вместе? Да. Идите, мы подъедем сейчас. Так, когда помощь нужна сразу. БМВшники, помоги. Здорово, БМВшники. Пойдем, я сам сейчас. Тормоза уже воняют. Да, да, да. Все, мы едем, давай.